Ребят, всем привет! Вы на канале Лавай. Я сейчас нахожусь в центре. Смотрите, здесь какая красота. Мегаполис, большие здания, телебашня, арена. Мне нравится здесь жить. И сегодня мы с вами погуляем, поболтаем. В одном из моих видео я пообещал, что расскажу, как я перебрался с семьей на юг Китая, именно в Гуанчжоу. Кстати, спасибо за 1000 лайков. Начну, наверное, с моей биографии, потому что все-таки стоит оттуда начать, потому что не было бы там того, не было бы и этого всего. Родился и вырос в городе Ангарске Иркутской области. Население данного города 250 тысяч человек. Вырос я не в богатой семье. Вы, возможно, подумаете, что я вот якобы здесь нахожусь. Мне частенько делают родители переводы. Кате, возможно, там помогаю всячески. Вы знаете, они уже заложили в нас воспитание, чем, собственно, мы и благодарны. То есть дали нам фундамент именно для жизни. Катиным родителям благодарны, и своей маме я очень благодарен. У нас нету, к сожалению, финансового образования, может быть, и к счастью, я не знаю. Вот так обстоятельства сложились. У нас техническое образование с женой. Катя закончила институт, я закончил техникум. И, как это модно говорить, незаконченное высшее образование. После техникума пошел в армию, отслужил в армии 2 года. Служил на Сахалине в городе Невельск, если кто-то знает, всем привет. Кстати, ангарчанам тоже привет. После армии познакомился с Катей, чему, собственно, и благодарен судьбе. Очень люблю этого человека. Всегда мы решаем с ней какие-то дела очень совместно, и у нас достаточно неплохо это получается. Потом пошел работать пожарным. Кстати, тот, кто меня смотрит с пожарной охраны, всем, ребята, привет. Всех помню, ценю. Летом увидимся. Катя пошла работать на химический завод лаборантом. Зарплата была небольшая, что у нее, что у меня. Производство химическое вредное очень. Приходилось работать именно с всякими химреактивами и так далее. Потом мы с Катей поженились. Зарплаты пожарного и зарплаты лаборанта хватало вполне, чтобы жить в городе Ангарске. А также нам, конечно, помогали родители наши, очень им тоже благодарны за это. Потом Катя забеременела Полиной и ушла в декрет. И на зарплату пожарного стало жить немного сложнее. Потом через 1 год и 2 месяца Катя забеременела Вероникой. И на зарплату пожарного жить вообще в принципе стало невозможным. Мне пришлось уйти на подработку. Я пошел, как ни странно, таксистом. Мне именно график в пожарной охране позволял пойти таксовать. Я работал сутки через трое. Грубо говоря, в неделю 2 раза я всего работал в пожарной охране. И остальные дни я просто уходил в тачку и таксовал. На тот момент появилось такси Максим. Я раньше не думал, что можно много зарабатывать на такси. Мы достаточно хорошо освоили данную программу. Зарплата пожарного выходила около 20 тысяч рублей у меня. И зарплата таксиста выходило около 50 тысяч рублей. Около 70 тысяч рублей у меня стало выходить в месяц. Я считаю, что неплохой это, в принципе, доход для нашего города. Вот. И, вы знаете, дела как-то пошли в гору. Ну, то есть, нам, в принципе, стало хватать на все. Мы стали себе позволять какие-то покупки. Мы не стали просить больше помощи у родителей. Смогли уже сами пойти в магазин, какие-то купить продукты, какие-то купить вещи. Детям купить какие-то игрушки, я не знаю, еще какие-то вещи, просто пойти в магазин и так далее. В принципе, денег стало, ну, хватать на все, но, к сожалению, меня дома не находилось практически целый день. То есть со смены пожарного я приходил домой и практически сразу же уходил работать таксистом. Приходил на обед и на ужин только домой. Но это особо нас не мотивировало как-то. Самый главный ключевой момент был именно, когда у Кати заканчивался декретный отпуск. И ей в скором времени пришлось бы выйти на работу в лабораторию, чего она, собственно, и не хотела. И в этот момент она занималась детьми, то есть сидела в интернете. И она решила заняться поиском какой-то новой идеи, какой-то новой работы для себя, может быть, какого-то бизнеса. Thank you. Стала, в общем, смотреть, мониторить в интернете, что нового в интернете, какие тенденции и так далее. И наткнулась на бизнес-молодость, ребята. Что такое бизнес-молодость?
Бизнес-молодость – это такое движение, это два молодых предпринимателя учат традиционному бизнесу, обычному. Это не сетевое, не пирамиды никакие. Эти ребята реально учили, за как можно зарабатывать на муке, как можно зарабатывать на цементе, как можно зарабатывать на том продукте, который давно уже существует на рынке и на который имеется очень большой не спрос, а как это? На тот продукт, который имеется, большая конкуренция. Катя начала смотреть мотивирующие всякие видео и информировалась в этом направлении. И начала подогреваться данной идеей пойти на обучение именно бизнес-молодости. Я как бы не смотрел их, у меня не было времени совершенно. Но она поступила очень хитро. Она в перерывах, когда я приходил домой на обед, на ужин, она мне включала видеосюжеты, видеоролики мотивирующие всякие с бизнес-молодости и вот так вот показывала мне, пока я сидел, хлебал суп, и буквально у меня там заявка висела, мне нужно было быстренько дохлебать свой суп и бежать скорее делать заявку. Дальше мы приняли решение, это пойти на обучение. Обучение стоило недешево, 50 тысяч рублей на тот момент. Это было интенсив и коуч. Интенсив — это получается 2 дня, за эти же деньги был коуч. Коуч — это получается 2 месяца обучения. Нам давали какие-то задания, и нужно было эти задания выполнять дома. Если ты дома задание это не выполнишь, то ты в промежуточной аттестации не аттестуешься. Вот как-то так вот странно это все звучит. Вроде оплатил деньги, пришел обучаться, там понимать какую-то информацию, но тебя просто не допускают до следующих занятий. Вот так вот. А почему это делается? Да очень просто. Потому что если ты не будешь делать какие-то действия, которые учат бизнес-молодость, и по окончанию обучения ты скажешь, что это не работает. Ребята просто это предвидели и сказали, что мы будем промежуточной аттестации просто всех отчислять. Такие были. К концу обучения группа уменьшилась, может быть, вдвое или втрое даже. Ребята, в общем, учат найти свою нишу, начать на этой нише зарабатывать. На тот момент у нас не было никакой коммерческой жилки, у нас нет финансового образования. Мы выбрали бизнес-ланчи, то есть мы именно связали свое дело с продуктами. Был один момент в обучении, они сказали, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. Ну, мы прикинули, мы хотим примерно около 100 тысяч рублей зарабатывать на этом бизнесе. И они говорят, попробуйте расписать, сколько нужно действий сделать, чтобы зарабатывать эти 100 тысяч рублей. Мы расписали, сели и поняли, что нам нужно продать, допустим, там 500 бизнес-ланчев, допустим, да, на нашем городе, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей. И мы представили, просто это нереально продать за такой промежуток времени. Некоторые начинают свой бизнес именно с тем, что начинают что-то делать, но не рассчитывают именно свои доходы. И тогда получается, что эти люди просто погрязнут именно в работе, но не зарабатывают. То есть, допустим, грубо говоря, если ты хочешь открыть кафе, то ты открываешь кафе, но ты не считаешь свои доходы. И ты просто готовишь сам лапшу, я не знаю. Ты берешь всех, увольняешь и начинаешь сам готовить, жарить, парить. И в итоге ты не зарабатываешь нифига. И ты потом находишься в этой кафе постоянно. Вот, ребята, в общем, мы поняли, что этот бизнес нам не подойдет, и на каких-то этапах мы переквалифицировались. То есть мы рассмотрели другую нишу. На тот момент я был обладателем Galaxy S3. Очень мне, конечно, он понравился. Буквально он на рынке был на тот момент с полгода примерно. И на работе мне ребята подкинули идею, якобы вот телефон хороший, но можно было бы расширить аккумулятор. То есть поставить в него больше аккумулятор, чтобы он работал дольше. Был заинтересован увеличить время работы данного телефона. И Катя очень часто сидела на просторах интернетов, покупала всякие СПМ. Вы, наверное, знаете, что такое СП, это совместные покупки. Обычно мамочки сидят на таких сайтах и покупают товар. Ну, действительно, получается очень дешево. Катя поставила задачу такую, Катя, говорю, найди мне аккумулятор на мой телефон, увеличенный. На тот момент она нашла Гиперион. Объем был не больше 5000 примерно. Она приобрела его, но большей работы я, к сожалению, не заметил на данном телефоне. Ну, чуть-чуть, может быть, увеличилось время работы, но такой гроб за такие деньги, за такое время работы, как бы, это было не вариант. И чуть погодя, буквально через недельку, Катя находит аккумулятор Zero Lemon. То есть она обнаружила, именно на объем купилась. Объем был на тот момент на Galaxy S3 7000 мАч. 7000 мАч. Настолько мне этот данный продукт понравился, то есть он настолько мне решал мою проблему, я был им восхищен.
И настал тот момент, когда мы решили найти какую-то другую нишу. Я так держу телефон, я говорю: Катя, давай, говорю, попробуем, попродаем вот эти телефоны, ну, аккумуляторы попродаем. И, ребята, перед промежуточной аттестацией мы кардинально поменяли свои интересы, поменяли бизнес, быстренько сделали лендинг, запустили рекламу на данный сайт, пошли какие-то заказы, какие-то интересы. Не имея продукт, кстати, это одна из фишек бизнес-молодость, продавать товар, не имея его. То есть, тем самым ты прощупываешь почву, то есть, нужен ли данный продукт аудитории. И после такого ключевого момента мы аттестовались в промежуточной аттестации и закончили успешно обучение. К сожалению, мы не закрылись. 300 тысяч рублей нужно было сделать по концу обучения. У нас пошли дела в гору, начали продавать аккумуляторы. То есть, в принципе, нормально. Прошли обучение. Как учит бизнес-молодость, на этом нельзя останавливаться, потому что денег не бывает очень много. И мы были в поисках похожего товара. На тот момент проходил семинар. На этом семинаре была тема про бизнес с Китаем, про логистику, про поиск товаров и про кантонскую выставку, что, собственно, нам было с Катей интересно. Можно найти свой уникальный товар, какую-то новую идею для бизнеса, новую нишу. Кантонская выставка проходит в Гуанчжоу 2 раза в год, осенью и весной. После этого семинара с Катей было решено поехать на выставку в Гуанчжоу. Оставили детей родственникам, купили билеты, запланировали себе план мероприятия посетить Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг. Это был октябрь 2014 года. Мы посетили с Катей первую сессию выставки в Гуанчжоу. На выставке мы, к сожалению, ничего хорошего не нашли. Может быть, пару продуктов, но мы их так и не запустили. Нам очень понравилось юг Китая. Настолько здесь все масштабно и продвинуто все сделано. Очень удобная развязка, транспортная развязка сделана. Метро очень удобно, безопасные. Всегда зелено, тепло постоянно. Что здесь еще? Ну, мегаполис, понимаете. Город Гуанчжоу находится в провинции Гуандун. И это самый большой город в этой провинции. Нас посетила такая идея поехать всей семьей на месяц пожить здесь. И мы решили поехать не на месяц, а на год. Потому что Полинке оставался один год перед школой. И находясь здесь, она могла подучить язык, чтобы пойти спокойно в школу. Закрыли дом, продали машину и просто взяли и поехали всей семьей сюда. Взяли, естественно, с собой кучку денег, не маленькую, сразу скажу, потому что при приезде очень нужно много денег. Именно на перелет, на визы нужны деньги, потом нужно аренду квартиры. Мало того, что еще не просто аренду квартиры отдать, а еще 2 месяца арендной платы за квартиру отдать, сразу же заплатить садик, 2 раза садик заплатить. Естественно, мы поехали не просто, взяли, собрались, поехали. Мы сели, посчитали, сколько у нас выходит доход от бизнеса. Поняли, что нам этих денег хватит именно на прожиточный минимум здесь, что ли, как сказать. Ребят, забыл совсем рассказать, почему все-таки мы решили переехать в Китай. После поездки в Китай у нас пошли дела в гору. Мы посетили фабрику нашими аккумуляторами, они нам показали производство, очень хорошо, достойно встретили. Мы сделали, проработали какие-то ключевые моменты по продаже нашим аккумуляторам в России. Они нам дали официальное представительство по продажам аккумуляторам в России. И дела пошли в гору. Мы свой доход увеличили, наверное, в 3 раза. То есть такая поездка в Китай была очень продуктивная. Мы искали какую-то нишу, посетили производителя, повстречались с югом Китая. Посмотрели на новую жизнь другого формата. Нам все, конечно, понравилось. Вот. И дела пошли в гору. По приезду в Россию продажи увеличились. И живя в России, в городе Ангарске, нам хватало, в принципе, на все. Мы купили себе квартиру, но, опять же, не с дохода, с бизнеса, а, естественно, взяли ипотеку. У нас был материнский капитал, какие-то маленькие сбережения. И купили квартиру, 3-комнатную квартиру в очень хорошем районе. Я стал делать ремонт, за год я сделал очень шикарный ремонт. Время подходило переехать в эту квартиру, начать жизнь, купить гараж, я не знаю, поменять себе машину. Дети рядом ходят в школу, в садик ходят, в общем, ну, не жизнь, а малина, что ли. Но как-то так сложилось, что в голове у меня прорисовалась какая-то картина, что какого-то постоянства, какого-то круговорота в своей жизни, то есть никаких особых перемен, максимум, может быть, мы могли бы себе позволить там раз в месяц съездить куда-нибудь в теплые страны, я не знаю,
И то, опять же, только на каникулы, правильно? Потому что дети в школе, в садике. Вот. И сложилась какая-то все-таки картина. И настолько мне было скучно находиться в данном кругу. И вот именно данная поездка в Китай, она прям подпитывала поменять страну, начать изучать языки, дать детям какой-то старт. Потому что все-таки знание английского, китайского в жизни очень пригодится. И им в жизни будет чуть проще, чем нам. Поэтому вот это, наверное, было все-таки ключевое действие, почему мы все-таки поехали в Китай. Естественно, по приезду в Китай мы очень долго гуляли, посещали различные парки, посещали вот такие вот места, центр Гуанчжоу, гуляли очень много. Дети были в восторге от всего, очень жарко было, они как мокрые, как сосульки ходили все время. В парках они находили вот таких вот улиток, мы их обычно у нас в России видели в аквариуме, а они их находили просто. Естественно, по приезду в Китай мы занимались не только детьми, прогулками и развлечениями. Мы с Катей были в поисках работы. Пока дети находились в садике, мы с Катей садились за компьютеры и пытались найти какую-то нишу, какой-то новый продукт, начать заниматься чем-то новым. Посещали выставки, которые проходили два раза в год в Гуанчжоу, они здесь рядом, также рядом Шэньчжэнь и Гонконг, мы тоже посещали их. Аккумуляторный бизнес – это единственный бизнес, который приносит нам по сей день доход. И стали поступать какие-то заказы с поиском товаров, отправкой их в Россию и другие страны. И мы зарабатываем здесь не только сейчас на аккумуляторах. После чего здесь мы прожили год, и нам понравился Китай, и мы решили все-таки переехать жить в Китай. На тот момент я ничего не снимал, я снимал буквально что-то с телефона на WhatsApp. У нас была группа в WhatsApp, человек из 10, может быть, примерно, там были родственники и друзья, мы снимали на телефон что-то и выкладывали это все дело в WhatsApp. То есть делились своими какими-то наблюдениями, потому что действительно, находясь здесь много чего очень удивляет по культуре, по все-таки по вот этой насыщенности какой-то, по цивилизованности какой-то. То есть, ну вот именно выкладывали, делились своими какими-то моментами. Проживя год здесь, дети неплохо взяли язык, адаптация проходила у всех по-разному, у младшей проходила с трудом, у старшей легче справилась с этим. Было решено остаться здесь. Мы поехали в Россию, чтобы, так сказать, завершить свои дела. Приехали, продали свою квартиру, в которой ни разу не жили, ребята, представляете, это трехкомнатная квартира с шикарным ремонтом. Я уже поставил туда какую-то технику, кухонный гарнитур поставил, двери, ну то есть все, там в принципе осталось только по мебели и все. Можно начать жить. Квартира новая, с новым ремонтом. И пришлось это все продать, ребят. В общем, мы приехали летом 2016 года и все продали. Квартиру продали, купили две квартиры, и с этих квартир нам идут доход. То есть мы их сейчас сдаем. Две однокомнатные квартиры мы купили, и с них идет арендная плата, чтобы маленечко хотя бы погасить расходы здесь, находясь здесь, потому что здесь арендная плата очень дорогая. 5000 юаней мы сейчас платим за нашу квартиру. И проживя здесь, ребят, ну, как бы не хочется идти на попятную, потому что дети уже кое-что взяли, какие-то навыки, какие-то язык взяли, сделали визы и поехали обратно. На данный момент мы сейчас живем второй год здесь. Старшая пошла в школу, младшая заканчивает садик, старшая уже разговаривает, мы частенько даем ей телефон, она разговаривает уже с китайцами. То есть легко она, понимаете, говорит. Мы с Катей прошли курсы. Курсы проходили вот здесь в центре. 2,5 месяца мы ходили на курсы китайского языка. Китаянка преподавала на английском языке. То есть у меня нету, к сожалению, ни английского, ни китайского. У меня только русский родной. И мне, представляете, пришлось учить сразу 2 языка. Китайский и английский. Собственно, я справлялся. Мы прошли 2,5 месяца обучения. И сейчас разговариваем на таком упрощенном языке. То есть мы понимаем покушать, понимаем время, деньги, цифры, как пройти, куда проехать, сколько стоит. В общем, самое такое легкое. На данный момент мы прожили здесь 2 года, я уже сказал, и мы имеем учебную визу. Скорее всего, видео уже про визу вышло. Посмотрите, поставьте обязательно этому видео лайк, мы старались. И, кстати, мы сократили статью расходов с этими визами, тоже посмотрите в этом видео. Все, ребята, на этом моя история заканчивается. В принципе, я не знаю, может быть, что-то новое кому-то рассказал, может быть, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Обязательно поставьте лайк, я старался, я был искренне с вами, рассказал свою историю, ничего лишнего не добавил.
И могу только вам одно пожелать. Не сидите на месте и постарайтесь вырваться с этого круга. Начните что-то делать, начните обучаться. Начните что-то делать, потому что если будете сидеть на месте, не пробуя ничего, вы ничего не добьетесь. Если вы хотите поехать в Китай, возьмите и поедьте сюда, да и все. Поэтому, ребята, на этом хочу закончить свое видео. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь обязательно на канал, впереди очень много интересного. Я также поделюсь с вами, сколько мы здесь зарабатываем, сколько мы здесь тратим, сколько нужно денег, чтобы приехать сюда. Все более детально мы выдадим в следующих видео. Поддержите данное видео лайком. И, ребят, всем пока. Всех люблю, целую.